Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие друзья, я сегодня на второй части у Виолетты. Мы сейчас вам покажем брюки. Ликвидация товара. Пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал, звоните, пишите на WhatsApp, Виолетта вам поможет. И сегодня мы покажем вам брючки и другие модели. Ой, дорогие девочки, и снова здравствуйте. Вторая часть, продолжение банкета называется. Тамара согласилась мне помочь, сказала, что Виолетка, я тебе помогу. Давай покажем весь товар практически. Ну, это еще и не весь. Вот сейчас еще две палочки на стоечке Тамара покажет. Вот, так что, пожалуйста, обращайтесь. Не забывайте, что я отправляю в любые города, в страны. Это СДЭК, это Почта России. Даже по Москве отправляю девчонкам, потому что, ну, кто-то не может приехать в город Видное. Вот, так что, пожалуйста, обращайтесь, звоните, пишите, сделаем замеры, и тут же я вам соберу посылочку и отправлю. Ликвидация товара, да, в связи с переходом на другой. На уровень другой, да. Таро? Да, будем заниматься мы другим уровнем, мы будем развиваться духовно, и так уже развиты более-менее, будем еще дальше развиваться. Вот. А еще хочу сказать по поводу того, кто подумает, что таро это такие, как бы, ведьминские штучки. Дорогие мои, это не ведьминские штучки, это вообще общение с космосом, так, чтобы вы понимали, с пространством. Поэтому информация в любом случае идет оттуда, никакими ведьмами здесь никто жечь на костре, никого не будет. Это все очень другие совершенно реальные вещи. И тем более сейчас Таро – это новый уровень. Еще раз повторюсь, это не инфо-цыгане, это совершенно другой психологический расклад, человеку помощь. Вот как мы с вами это все я характеризую, как мы с вами это все будем разбирать. Ну а теперь давайте продавать, покупать. Да, да. Девчоночки, смотрите, какая у меня есть очаровательная пижама. Чуть не пропустила Виолетта, да, ее. Да, дома увидела, смотрите. Вот для моей пышечки. На 70 размер даже войдем. Девчонки, 3000. Супер, красиво. Девочки, кто вот пойдет сейчас в дом отдыха отдыхать. Давайте, заберем. Прелесть, 3 косаря, это вообще ни о чем. Значит, смотрите, вот такие вот брючки. Это где-то 56-58, это Южная Корея. Это новая коллекция, девчонки, очень хорошая. 5500. Раз французский плащ, про который я вам говорила. Это чистая Франция. Размер хороший, до 54 размера. Девчонки, 8000. Вот даже 10. Вот, пожалуйста, российский производитель. Но, опять же, это дом дизайнерской моды. Это не... как у всех. Вот осталось 2 плаща. Я спокойно совершенно надеваю на себя. Я по 5000 вот с удовольствием кому-то, да, отдам. Вернули костюм, не подошел по росту. Я уже говорила. Вот, возвращаемся к нему. Мишка Тедди 3000 есть в таком цвете и в лиловом. Это 44-46. Просто у девочки был 1,74 рост. А, девчушечки, пожалуйста, сразу мне пишите свой объем груди, объем талии, объем бедер и рост. И мы с вами тогда будем вот просто в шоколаде. Я сразу подберу вам. Потому что у меня уже фотографический такой взгляд. Значит, костюмчик Турции тоже один остался. Ну, такой он потеплюшечка. Небольшой размер, где-то 46, вот так, 48. 3000. Костюм, как же его, господи, Александр Ванг, да, значит, 6900, это вот даже я в него очень хорошо захожу, мне прям вот прям на фигурку садится, но я люблю более просторное. Значит, смотрите, вот такие пиджачки у меня есть, девчонки, вовсе недорого, 1500, значит, это где-то 48 размер. Есть 52-й, есть 54-й. Вот куртка-пиджак. Очень классно. Туда я посадила топик вот такой. Хорошенький, где-то на 46-й размер. Цену говорить не буду. Это французская вещь. Кому интересно, я скажу. Вот такие топы-кропы, девчонки. Ну, прям буду класть вот в подарок. Вот обратите внимание, потому что цены даже на вот 500 рублей смешно. Ну, конечно, для нас и 500 рублей деньги, да, сейчас это тем более какое положение. Но я ввиду того, что я, ну, буду дарить их. Пожалуйста, вот кто будет брать какие-то вещи, я с удовольствием подарю. Я про это говорю, а не про то, что там это мало денег. Вот еще, кстати, брючки и летние, 3000, которые мы с вами смотрели.
девочки, это империал. Это империал 5000 по-любому, даже и не говорить ничего. Мне они маловаты, так что 46, 48, 50, вот такой размер. Тоже империаловские брюки, 5000 сейчас я их отдам. Маленький размер, 46 где-то. Так, вот такие вот, кто любит, да, не знаю, спортшик с лосинками. 2000, девчонки, это где-то вот 48-50, вот такой, это Турция. Так, эти брючки вы знаете. Я в таких хожу. Это 3900 цена у них. Или 3800, 3800, ну 3900, не помню. Значит, размеры есть все до 56-го. Цвет молочный, сейчас я его достану, серый и черный, вот молочный, прелесть. Вот я прям отходила в них, вторая кожа, зиму с колготками, весна, шикарные, ни катушки не собираются вообще, это на экспорт брючки с базы. Так, девчонки, вот такой хороший размер, посмотрите, какие брюки. Шикарные, 4000 хочу. Это тоже фирменный французский, большой, не хочу говорить, хороший размер, 62 или 64. Так, такие брючки 1500, даже может за 1000 отдам, где-то 48-50. Французская юбка 5500, где-то, наверное, 52-54, тут резинки нет, поэтому надо замерять. Так, вот такие катоновые брючки 1500 на масюську, итальянские. Вот видите, что могу, то, пожалуйста, могу. Вот такие Александр Ванг джинсы тоже на масюську. Прям вот, кто худенький, девочки, 1500. Джинсики. Значит, что у меня здесь размером? Есть 30, 34, по-моему. В общем, надо смотреть, какие размеры. Вот 3,5 джинсы. И вот эти 3,5 джинсы. Тут тоже размеры есть. Пишите, я вам скажу, какие размеры. А, вот, 28, 31 и 29. Шикарная посадка, обалденная. Это все Турция. Очень классная. Вот столько продала по две сетки. Вот, две, три пары осталось. Вот такие брюки в закупке. Они, вот я никак не могу их продать. Но уже, да, не знаю, сколько стоит. Пятак, наверное. Девчонки, 2,5. Одни и 2,5 другие. Классные брюки. Вот реально классные. Том, ну скажи, вот честно стоишь рядом. Супер. Вот правда, хорошие брюки итальянские. Чего? Вот как размер не попадает. Здесь резинка. Так, кюлотики из эко-кожи. Но они легенькие. Они легенькие. Вот сейчас прям хорошо ходить. Вот 16 градусов. И я так думаю, что до нуля туда нормально. Ну, колготочки. Вот, значит, эти 3,5, а вот эти 1500 брючки, тоже на масюську. Так, вот эти джинсы хороший размер, 29, 31, 32, посадка великолепная. Пожалуйста, 3,5, но тоже договоримся, девчонки. Значит, вот такие брючки я дам за 1000 рублей. Вот такие брючки я дам за 3000. Это тоже империаловские, масюськи. Это вообще какие-то детские прям размеры, где мои глаза были. На высокий рост. Да, и на высокий рост. Я прям не знаю, удивительно, что я могла взять. Так, вот такие вот брючки. Это вот хороший размер, 52-54. 3,5 это таранка польские. Значит, вот такие лосины итальянские, девчонки. Пожалуйста, 2,5, родная Италия. Может, даже дешевле. В общем, вы знаете, да? Договоримся. Так, по 1500 брюки. Детские размеры, посмотрите. Это прадовский, по-моему. А, нет, это просто, да, турецкий. Вот 1500 размеры. Смотрите. Так, вот такие из эко-кожи остались. Один размер. Эска, малюська. Тоже где-то 3,5 я хочу. И тепленькие, потеплюшечка. Так, вот эти из эко-кожи не дешевые, поэтому вы звоните мне. Это вторая кожа. Вот реально. Я хожу, их вы видели. Шикарно. Вот, Том, я прошу просто потрогай, покажи. Потому что брюки действительно дорогие, и они вот крутые. Очень крутые. Реально крутые брюки. Тоже осталось вот три штучки, больше нету.
Так, этот ванг я уже, да, размер другой, 1500. Так, дальше. Вот такие брючки 1500. Вот сейчас тоже ходить обычненькие, просто брючки. Ну, даже за 1000 отдам. Где-то, наверное, вот и мой размер тоже хорошо. Так, дальше. Вот такие брюки. Тоже таранка, пожалуйста. 3000. Договоримся. Просто фирма хорошая, кто знает. Вот маленький размер. Так, это другая модель. Тоже осталось вот две пары брюк из этой серии. Вот хаки и коричневая бомба. И хороший размер. До 58-го, наверное, пройдем с удовольствием. С удовольствием, слышите? Так, вот, которые я говорила. Вот масюськи эти. Вельветовые по 1500. Посмотрите. Вот, просто маленькие размеры и застревают у меня. Нету малышек. Поэтому, малышки, отзовитесь. Вот такие дизайнерские брючки. Хулиганочки, бананчики. Так, это Южная Корея. По 3000, девчонки. Размер 48-50. Бомба. Здесь вот так у нас молния открывается. Это 8. Это Италия. Просто классика брючки. По 2,5 я отдам с удовольствием. Такие тоже хорошие размеры. До 54. Так, вот такие брюки есть. Тоже хорошие размеры. По 2,5 я отдам. Это где-то 58, 60, 62. Вот такие вот, девчонки. В общем, надо мне звонить, и мы с вами сделаем такие замерчики небольшие. Вот. И вот покажу, значит, я, естественно, любимики. Их тоже осталось 4, наверное. Вот, юбка-брюки. Смотрите, какая красота. 3,5. Шикардос. Вот сейчас ходить вообще. Прям вечерний туалет. Выпускной. Супер. Размер уточняйте, потому что там есть и 38, и 36, и, по-моему, 42. И вот такой спортшик. Кто любит вот такие вот варианты. Это тоже Южная Корея. 2,5 я отдам. Небольшое количество вот таких платьев, да, платья, которые я ношу, вы тоже его знаете. По-моему, 3 осталось у меня, я все продала уже. Пожалуйста, 5900, будем договариваться по-любому. Италия, значит, вот такое вискоза, посмотрите, какая прелесть. Я думаю, что за 5,5 я отдам с удовольствием. Ну и это тоже за 5 отдам. Здесь вы знаете уже наверняка, кто-то видел его. И шелк, и велюр, и вязка. В общем, это все такое хорошее размеры. 52, 54, 56. Вот это все туда. То есть это все такой стиль боха. Поэтому 2-3 размера, 4, наверное, войдут. Значит, вот такой жилетон. И вот такое платье, посмотрите, шоколадное. Ну, вот платье за 2,5 я дам. Посмотрите, какая прелесть. И вот такой же жилетон за 1500. За 1500, за 1500. Как на этом, точно на рынке. Извините, мы уже с утра, пока Таро снимали, поэтому немножко устали. Тамара тоже вот стоит, и уже мы все домой хотим. Но мы продолжаем бой. Значит, вот такой, девочка. Однозначно. Размер... Да, вот размер вы видели. Вот такое платье, посмотрите, какая прелесть. Вот сейчас тоже на выпускной. Ну почему не одеть-то? Ну вот если это мама, допустим, очень даже хорошо. Вот так бижуху кинули. И посмотрите, я придумала себе бижутерию какую. Хороший размер, до 50, наверное, 4-го. 3000, сейчас с удовольствием. Так, классика жанра одна осталась. Кому? Зеленый горох, шелк Италии, вы знаете. У меня в Телеграме есть уже другая цена. 5500 рублей. И вискоза-подкладка до 56 размера. Значит, вот такой жилетон. Я за 1000 отдам. Прелесть какая. И посмотрите, я одела на империаловское платье. И получилось даже совсем неплохо. Империаловское платье тоже 5000. Размер небольшой, где-то до 50 размера. Классика жанра. Шелк. Почему говорю? Потому что очень любят. Очень. Вот это том. Покажи вот это вот, да? Посмотри, какая прелесть. Вообще невесомая. Ну, это небольшой размер. Это тоже Италия. И размер до, наверное, 50-го. 5000. Так, дальше. Вот такое платье я отдам за 3000. Где-то, наверное, размер, ну, до 52-го, 54-го. Так, ну вот они пошли, дизайнерские.
Это не Любины платья, это платья мои. Я их сама придумала, я вам сразу говорю. Это да, это Любины платья. Так что писал, я просто помню. Поэтому я правду говорю, я говорю, тетка не врушка. Я веду, что не ее платье конкретно, а то, что ее дизайнерская работа. Это мое произведение искусства. Вот такое я придумала. Девчонки, их уже за 5 отдам. Так, вот такое платье, посмотрите, дизайнерское. Лапочка, прям жабо, пуговки. И это фланелька. Какие красивые карманчики. А, до 58 размера. Посмотрите, какие рукавчики. Вообще прелесть. 5,5. Платье, которое на мне. Я, кстати, еще хочу вам показать подъюбник. Вот такая прелесть. Тоже отшиваем под любые платья. И вот такая вот лапочка. Это микровельвет. Зайка. 5,5. Вот такой микровельветик. Размеры есть. Тоже рукавчик. Посмотрите, какая прелесть. И внизу вот это вот красиво, очень, очень красиво. Я прям вот его одевала в прошлый раз. Просто прелесть. 5,900. Сказка, сказка. Угу. Вот эти платья сразу разобрали. Шикарные, невесомые. Осталось их 2. 5,900. Просто прелесть. Вообще люкс сидит. Вот такое платье. 5,5. Такой дизайнерский. Смотрите, какой момент шикарный. Это итальянский шелк. Анималистический принт зебра. Я думаю, что 4,5 я отдам. Размер до 52. Так, вельветик. А, это эти блузы. Девчонки, кто любит вот такие вещи? Итальянские блузы, тоже цену решим на месте, размер до 58 смело. И вот такой вельветик, небольшой, платье-халат, где-то, наверное, до 50 размера, 3000. Так, вот такое платье, посмотрите, какая прелесть, тоже не Любина, естественно. Вот такая лапочка, 5,5, и я, смотрите, сделала вот такую вот накидку. Ну, это как бы отдельно продается. Посмотрите, как получилось неплохо. Шифончик и трикотаж. Вот. Классненько. Накидка 2,5 сейчас. Ну, кто носит империал, тот знает. Пожалуйста, платье. 8,5. Шикарное платье. Хороший размер. До, наверное, 58-го смело. Так, вот эти платья я сейчас с удовольствием вам отдам. Ну, по 4, может, даже и дешевле. Вот такая прелесть. Трикотаж. Кстати, да, я, наверное, тоже в нем буду красотку, да? Том? Очень. Мне будет очень хорошо. По мере, примерю. А, вот, хлопок. Сейчас уже тоже не купить. Я закупки вообще, я вот ринулся, обалдела. Просто 5, 6, 7, 8 закупков. Вот они телеграм сейчас, девчонки, смотрят. Костюм 20 тысяч империаловский, брючный. Я просто охренела. Так, вот такое платье. Вот такое платье. А, смотрите, какая накидка трикотажная. Бомба. Я вообще просто люблю такие вещи. И платье тоже я дам за 4. С удовольствием, девчонки. А, клетка, как баечка. И вот такой трикотажик. И вот лиловую кинула. Капусточку чуть-чуть. И уже совершенно другой вид. Смотрите, какая прелесть получилась. Вообще люкс. Так, а тут желтенькая. Смотрите, какая. Вообще накидка. Это тоже, блин, до хорошего размера. И платье у нас с вами получается вот трикотаж. 3,5 отдам платье. И вельветик. Накидочки эти я отдам по 2500. Так, вот, пожалуйста, тоже 4000 сумку. Смотри, как классно, да, я придумала. Вот платье 4000. И, пожалуйста, ну, посмотрим. Подарю в подарок сумочку. Так. Значит, вот, пожалуйста, дизайнерская. Значит, клеточка. И вот такую я сделала жилеточку. Класс? Супер. Просто прелесть. 5,5 платья и 2000 жилет. Так, это далеко не дизайнерская. Это, по-моему, Лосага. А, это Италия родная. Посмотрите, какой вот такой вот маленькое черное французское платье. Похоже, да? На сарафан можно сюда водолазочку подеть. 5,5.
вот лосограда. Вот кто Масюська такая, посмотрите. Вот это лосограда, кто носит такие вещи, трикотаж. Прям размер, не знаю, это вообще 40-й, наверное, это. 5000, девочки. Вот такое платье. Тоже лосограда, кстати. Знает, кто Турцию носит. 3,5. Ой, девчонки, вот такой вот классный худи. Посмотрите, прелесть какая, Турция. Вообще супер. 3,5, девчонки. Кто любит? Тут хлопок и трикотаж. Я, ну, конечно, надевала хорошо, очень красиво. Так, вот такой худи. 3,800. Посмотрите, какой рукав. Тоже Турция, трикотаж. Так. Вот такая рубашечка. 1500. Черная кому, девочки? Скоромная цена. Так, девочки, кто худи любит? Это Дикси. В общем, дорогая, кстати, штука. Просто на мне она не сидит. Я бы себе оставила. Вот должна быть как-то больше, менее вот сисечки, но поменьше. Ну да, постройней. Девчонки, договоримся в цене, вот кому нравится. Ну, стоило хорошие деньги. Вот 4, наверное, отдам смело. Очень дорогая Дикси, кто носит. Закупки дорого. Тоже не на меня не села. Вообще брала прям необыкновенно милитари рубаха. Посмотрите, какой рукав. Вообще чудо-чудное. Ну, поменьше хочется размера. 46-48. Цену, кто кому интересно, я скажу. Так, вот такая вот 3000. Италия, родная. Кружево. Сейчас модно опять. И, кстати, серебро опять, золото пошло. Ты видела? Брюки серебряные, золотые. Джимми-джимми, индийские песни. Вот. И это 3000 вот такая рубашечка. Вот такая блуза. О, господи, тоже вот сколько я их попродавала. Вот один цвет остался. Ну, хороший размер. До 56-го, девчонки. Кому нам? 3000. Италия. Ой, вот это я люблю. Вот это я люблю, но тоже одела. Что-то мне как... Я почему здесь мятенькая? Я вот так вот узелок делала. Смотрите, как красиво. Лук. Да, люк. Вот такой вот батничек. Бусики тоже там. Что кто наберет, я в подарочек кину. Значит, здесь я тоже одела топ-кроп. Подарок кину. И вот такая блуза. Ну, за дешево не отдам. Вискоза натуральная талия. Ну как, за 1000 долларов. Ну, хорошая цена будет, достойная. Так, вот моя любовь. Я себе прям вообще тоже штук 15, наверное, продала. 3000, девочки. Вот такая-то девочка. Так, платье. Осталось одно. Кому? Кто сейчас пойдет на выпускной? 46 размер. Вот это шелковое. Оно уже в закупке 5. 3,5 отдам. И посмотрите, какой у меня дивный французский. Вот такой вот. Кардиганчик. Да, кардиганчик, пиджачок. Сейчас я его застегну. Тоже не дешевый вариант. Кто заинтересуется, позвоните, напишите, я отвечу. Не буду застегивать. Посмотрите, какая прелесть. Это шерсть, а это вот такой буф. Посмотрите, какая лапочка. Вообще, зайка, вкуснятина. Вот такие две турецкие рубашки с девочками. 3800. Так, вот платье. Вельвет. Вот это платье у нас вельветик, тоже вот как мой фасончик вот такой вот, 5,5. Так, платье из этой ткани, вот, только вот было на зеленое, а это вот одно единственное и хороший размер. Девочки, прям до 60-го, наверное, нарядимся. Пишите, мы с вами сделаем замер. Вот такая юбка. Тоже очень хорошего размера человеческого, пожалуйста. 3,5 сейчас я хочу за нее. Попродавала. На подкладке, кстати, на подкладке, на потеплюшечке. То есть, пожалуйста, кто носит такие вещи. Значит, вот такая вот, из такой цвет. Есть одно единственное платье. Смотри, муж себе оставлю. Смотри, какая прелесть. Да, цвет сейчас модный же зеленый. 5,900. Опять же, будем договариваться. О, девчонки, вот кому это надо? Скажите, какой размер? Хороший, возьмите, вы не пожалеете. Это вискоза натуральная. Турция настоящая, 7,5. Смотрите, я вот бусы кину, подарок подарю. Бомба, мне велико просто, велико. Некрасиво на мне. Вот кто пополотнее, вот с удовольствием. Прям будет очень хорошо. Так, вот такое платьице, 2,5. Вот просто... Простенько, но со вкусом чуть помялась, простите, здесь просто уже друг на дружке все висит.
Южной Кореи. Вот такой вот халатик, платье. Супер. Супер. 3,5, девчонки. Не губите, просто стоит. Я знаю, что чего стоит. Вот хлопок натуральный. Платье халатик. Так, тоже вот этот вот пижамный костюм, девчонки. Ну, я хотела задорого. Сейчас я опущусь в цене хорошо. Поэтому, кому интересно, это вискоза натуральная. Вот такой кардиган на подкладке. Это Италия хорошая. И вот такие брючки. Размер? Мало, мало. 46-48. Цена? Не скажу. Почему? Теперь мне лучше позвонят. Ну, потому что он стоил 17, а сейчас вот... Я хочу опуститься. Скидку сделаешь, да? Хорошую скидку. Да. Поэтому пускай мне позвонят, я опущусь хорошо, вплоть до закупки. Хорошо. Да. Ну все, дорогие мои девочки, вот еще забыла. Висит и вот такие сарафанчики, девчонки, по 1500. Вот посмотрите. Вот они. Размеры? 46, 48, 50. Вот кто носит такие секси-мекси на югах, вот, пожалуйста, 1500. Смотрите, сколько стоило. Вот. Видите, я все попродавала, осталось вот. А вот этот еще? Да, и вот черный, пожалуйста. 1500, супер. Все это Италия. Посмотрите, какая прелесть. Тут запах. Секси. Да, секси-пекси. Но не забывайте, что у Виолетты есть духи, да, разные. Парфюм. Парфюм, да. Девчонки, разные. Все, да. Поэтому звоните, пишите, все пропадает. Все исчезает, парфюм исчезает. И уже с новыми ценами, бешеные цены сейчас. Действительно, парфюм. Если можно было купить за 10 этот молекулу, все, теперь уже нет, уже закупка другая. Уже сейчас, я говорю, 1017 будет стоить в магазине. Вот сейчас увидите, вот кто не успел. Но я дешевле отдам намного. Так что, и кто уже обращался, посмотрите отзывы. Все пишут, что как бы, безусловно, это хороший, натуральный. То есть это не разлито где-то. Ну что, дорогие мои друзья, вот мы сейчас прощаемся. Да. И, дорогие мои подписчики, подписывайтесь, кому интересно. Таро. Да, да. Мастер Таро называется. Ссылочка вот будет. Да, Мастер Таро Виолетта. Да. Не пожалеете, обратитесь. Поверьте. Ну, а мы не говорим до свидания. Говорим до новых встреч. Да. Всем мира, добра и всем пока.